Beach Resort. Он рядом с нашим отелем. Вот, говорят, отдыхают вьетнамские русские гости. Русскоговорящего персонала нету. Там у нас по прямой море. Один бассейн. Есть фен, есть сейф. Все бесплатно. Да, только на завтрак. На бассейн. Опять-таки зона ТВ очень большая. Это считается как номер делюкс. Здесь у нас с вами мини-бар. Уголок для чая, кофе. Шкаф. О, ну ванна, конечно, преимущество этого номера. Здесь у нас ванна, полотенце есть, у нас здесь все банные принадлежности, вода, точнее раковина, фен и унитаз. Перед отелем Кэнди у нас, смотрите, какая парковка. Если вы брали на прокат, например, машину, можно без вопросов ее здесь оставить. Ресторан у нас на втором этаже. Он, получается, будет вот как раз-таки вот той точки, на которую я сейчас показываю. Вот как раз он здесь, на втором этаже. Заходим в номер отеля. Делюкс, который у нас... Garden View. Очень милые кровати. Кстати, балкон есть.
Расширяйте ваши глаза. С вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.